Творожный торт Миша. Разделяем белки от желтков. Белки миксуем до густой белой пены. Постепенно добавляем сахар. Далее медленно добавляем желтки. Миксуем на невысокой скорости. Далее соединяем муку, какао и разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем. Добавляем наше тесто. Миксуем на невысокой скорости. Форму слегка посыпаем мукой. Духовку разогреваем на 180 градусов. Печем примерно 25 минут. Готовый корж нарезаем ровно. Далее готовим творожный крем. Белки размешиваем с сахаром. Далее на водяной бане нагреваем нашу массу на температуру 55 градусов. Миксуем наши белки. Постепенно добавляем сливочное масло. Затем добавляем творог. Все хорошенько перемешиваем. На остывший корж кладем нашу массу. Хорошо выравниваем творожный крем. Кладем наш тортик в холодильник. Далее готовим шоколадный ганаш. Нагреваем наши сливки примерно на 60 градусов. Добавляем шоколад и размешиваем. Чувствуешь, знаешь.
Миксуем наш шоколад. Заливаем тортик шоколадом. Тортик готов. Приятного аппетита!